Привет! Что если я вам скажу, что вы можете, смотря фотки, картинки, читая посты в обычном телеграме, зарабатывать до 3000 рублей в сутки? Не верите? Тогда смотрите этот видос до конца, потому что я вам прямо на своем примере покажу, как это сделать. В общем, погнали. Есть такой бот Телега.ин. Здесь можно зарабатывать сразу несколькими способами. Например, можно подписываться на обычные телеграм-каналы и за каждую подписку получать по 0,20 рублей. Вот, нажимаем подписаться на канал, переходим на него. Теперь просто на этот канал подписываемся. После этого нажимаем проверить подписку и автоматически действительно получаем 0,20 рублей на баланс. И таких заданий здесь просто сотни, несколько сотен, и за день можно поднимать до 100, ну или где-то до 200 рублей. Но согласитесь, 100 рублей в день – это, наверное, не то, о чем бы многие хотели мечтать. Я знаю способ, как вы эти 100 рублей можете буквально по щелчку пальцев превратить в 5 или даже в 10 тысяч рублей. И все это прямо в этом боте, прямо в вашем телефоне, ну или на компьютере. Я думаю, вы за такую инфу обязательно должны поставить лайк авансом, поэтому показываю все по шагам. Итак, сейчас просто смотрите и повторяйте за мной, и на протяжении всего ролика вы поймете, что и зачем мы делаем и откуда у нас на кошельке начнут появляться деньги. Итак, для начала создаем самый обычный телеграм-канал. Нам надо создать канал в какой-нибудь прям вот взрослой тематике. Это могут быть там деньги, финансы, инвестиции, крипта, успех, мотивация и вот все около этого. Потому что на такие телеграм-каналы подписываются более взрослая аудитория, значит, с них мы сможем заработать намного больше, чем с тех же школьников. И вы, кстати, скоро удивитесь, насколько много можно заработать. Я создам канал самый такой банальный, на тему бизнеса, назвал я его «Бизнес 24/7, 365 дней в году». И скачиваем какую-нибудь любую картинку на вашу выбранную тему из Гугла. Дальше жмем «Ок». После этого жмем «Публичный канал» и придумываем ему ссылку. Все, создаем. И все. Канал у нас буквально за несколько кликов успешно создан. Теперь нам наш канал нужно наполнить офигенным контентом. Но где, блин, его взять? Идем на сайт tradegroups.ru, и здесь есть огромное количество различных телеграм-каналов, которые прямо сейчас выставлены на продажу. Но не переживайте, вам покупать ничего не надо. Мы просто пришли найти телеграм-канал по нашей теме и так немножечко взять у него контента. Ну, а может быть, и не немножечко. Я вот просто листал первую страничку и нашел здесь кучу каналов на тему бизнеса, вон, крипта, заработок, бизнес, инвестиции, недвижимость, money, bubble какой-то, в общем, все, что ко мне относится. Заходим вообще в абсолютно любой такой телеграм-канал. Вот, я в какой-то залетел, и просто начинаем перетаскивать посты с этого телеграм-канала к себе в только что новосозданный. Вот, для этого просто копируем этот пост, дальше берем и скачиваем эту картинку к себе на телефон и вставляем эту картинку и этот текст в наш телеграм-канал, и вот публикуем точно такой же пост. И так каждый день публикуем, ну, при максимум там по 5, по 6 постов. То есть ваша задача сделать так, чтобы ваш канал был максимально похож на какой-нибудь вот там классный канал по бизнесу, ну или по любой вашей другой выбранной теме. Для этого вы можете там устраивать опросы, добавлять на посты реакции, комментарии, общаться в комментариях с людьми. В общем, надо сделать так, чтобы была видимость реально живого телеграм-канала. От этих постов, конечно же, подписчики прибавляться не будут, но их можно добавить с помощью бота Телега.ин. Этот бот добавляет живых людей в ваш телеграм-канал по супер дешевым ценам. Вот смотрите, одного подписчика, одного живого человека вы можете добавить за 0,21 рубль. То есть, чтобы добавить 100 человек в ваш телеграм-канал, вам потребуется всего лишь 21 рубль. Но самое главное, вам вообще не надо вкладывать свои деньги, ведь эти 20 рублей вы можете заработать прямо в этом боте буквально за несколько минут. То есть, по сути, вы можете добавлять в свой телеграм-канал вообще неограниченное количество живой аудитории, по сути, за бесплатно. Ну, то есть, не вкладывая ни копейки. Ну, конечно, если хотите, вы можете пополняться со своих денег и потратить за счет этого меньше времени. Здесь уже решать только вам. И я, друзья, заранее на прошлой неделе в этом боте позарабатывал, и вот уже поднял 571 рубль вообще в легком режиме, и сейчас их обменяю на живую аудиторию для своего новенького телеграм-канала. Сначала эти деньги вот у меня находятся на основном балансе, и я их, конечно же, легко могу вывести там на Киви, на Payeer или на Яндекс.Деньги. Но чтобы их обменять на реальную аудиторию, вам надо их конвертировать вот сюда, на второй, видите, вот этот вот рекламный баланс. Для этого просто вот здесь нажимаем «Конвертировать», и судя по всему, так, смотрим, вводим сумму, 571 рубль, окей, отправляем, все, мы конвертировали. Дальше все просто, нажимаем «Продвижение», здесь выбираем «Телеграм», дальше «Канал»,
И смотрите, на эту сумму мне хватит добавить аж 2720 человек в мой новенький канал. И перед тем, как наш канал добавить, нам необходимо добавить этого бота Telega In в администраторы нашего канала. Делается это все очень просто. Копируем вот этот вот адрес. Дальше идем в наш телеграм-канал, здесь нажимаем администраторы. И в поиске просто вставляем вот этот вот адрес и выбираем вот этого вот бота. И все, нажимаем ОК. После этого возвращаемся в бота, нажимаем добавить канал. И вписываем количество подписчиков 2720 человек. Как раз насколько нам и хватает. Но мне, друзья, чуть-чуть не хватает до 3000, а я бы прям вот хотел кругленькую, быстро сейчас взять и добавить сумму. Поэтому я подумал, что только вот для видео, для того, чтобы все максимально быстро и прям качественно сделать и заработать приличную сумму, я сейчас пополнюсь на небольшую сумму, заодно для тех, кому интересно, покажу, как это делается. Нажимаем пополнить. Пополняться можно как угодно, Kiwi, Payeer, карта и так далее, я буду через Kiwi. Выбираем сумму, которую хотим пополнить. Ну, окей, пусть будет, например, 100 рублей. И теперь просто переходим по этой ссылке. Итак, у меня, друзья, вот все видно в Kiwi кошельке, платеж проведен, просто очень долго грузит интернет. Возвращаемся в бота. И вот видно, что ваш рекламный баланс пополнен на еще 100 рублей. Так, ну теперь я надеюсь, мне до 3000 человек в мой телеграм хватит. Итак, проверяем, смотрим. Да, 3000, даже 200 участников. Круто. Все, я указал вот 3100 человек, и теперь нам необходимо добавить бота в администраторы, мы это уже сделали, и с нашего телеграм-канала переслать в этого бота любое сообщение. Выделяем любое сообщение, дальше нажимаем переслать и выбираем там бота. Вот, все, я бота выбрал, нажимаем отправить. Ждем. И все, друзья, теперь в течение нескольких часов или там дней бот будет постепенно добавлять в наш телеграм-канал живых людей, пока не добавит 3100 участников. Если вы, например, добавляете там 100-200 человек, то он сделает это буквально минут за 5-10. Если добавляете несколько тысяч, как у меня, то надо, естественно, ждать дольше. Но пока, друзья, подписчики добавляются, вы уже можете начать зарабатывать первые деньги на своем телеграм-канале, продавая рекламу. Для этого идем на вот такую вот телеграм-биржу, и здесь люди выставляют свои телеграм-каналы, пишут, сколько у них там подписчиков и сколько стоит рекламный пост. Если у вас где-то 100 подписчиков, то вы здесь можете легко продать свой пост там, за 10, за 20 рублей. Если у вас уже, например, 1000 подписчиков, то вы уже можете продавать посты там по 100, по 120 и даже по 150 рублей. И давайте я, друзья, сейчас просто подожду, когда у меня наберется аудитория, первая, да, так сказать, несколько, хотя бы сотен человек, и уже выставим первое объявление о продаже рекламы. Итак, смотрите, прошло буквально, не знаю, несколько минут, накрутка идет достаточно быстро, у меня уже на канале 480 подписчиков, возможно, 3000 будет уже сегодня, ну или может быть даже завтра. И с такими показателями я уже, по сути, могу продавать там посты и по 40, и по 50 рублей, и могу продавать хоть даже по 2, по 3 поста каждый день. И чтобы опубликовать объявление о продаже своей рекламы, заходим в биржу рекламы Bot, ссылочка, естественно, будет на него под видео, как и на все остальные боты. И вы здесь можете посмотреть объявление других людей, либо добавить свое. Жмем «Добавить». И сначала нам необходимо также добавить вот этого бота в администраторы нашего канала. Как это делать, я уже показывал, вот просто добавляем. После того, как добавили, отправляем в этого бота юзернейм нашего телеграм-канала. Дальше выбираем категорию, ну в моем случае это заработок. И выберите, какая у вас стоимость рекламы. Ну, здесь можно выбрать фиксированную, поэтому у меня 400 подписчиков, я выберу 50 рублей. Теперь надо выбрать количество часов, которые рекламный пост находится в топе, то есть его не смещает никакой другой пост. Ну, я советую выбирать там 3 или 5 часов. И выберите, удаляете ли вы вообще рекламные посты или нет, я советую через 24 часа удалять. И все, друзья, вот наш пост опубликован, видно там стоимость, никакой скидки, 3 часа в топе, в общем, все круто. И теперь, друзья, смотрите, 2000 участников этой биржи увидят ваш пост и будут знать, что вы на своем телеграм-канале продаете рекламу, будут вам писать, соответственно, платить, вы будете публиковать их рекламный пост и таким образом зарабатывать. И чем больше у вас подписчиков становится, тем больше старайтесь указывать цену. Таким образом, вы за неделю можете, например, прокачать свой канал до 10 тысяч подписчиков и продавать там рекламные посты и по 800, и даже по 1000 рублей за одну штучку. И даже если хотя бы каждый день вы будете продавать, ну, хотя бы по 2 рекламных поста, это уже 2000 рублей в сутки или приблизительно 14 тысяч рублей в неделю. Хотя вы начали абсолютно без вложений и не имея никакого опыта. И сейчас я, друзья, продолжу заработок таким способом, прям поработаю недельку плотно, посмотрим, что у меня из этого получится, а затем я вам покажу, как с этого всего срубить прям огромную жирнющую котлету, вывести ее на ваш киви или там на банковскую карту, поэтому смотрите видос до конца. Это, друзья, только лишь середина заработка. В общем, погнали. Итак, первый пост у меня уже готовы купить буквально спустя 10 минут. Вот, надо рекламировать человеку телеграм-канал. Он готов прям взять место на сегодня, если оно свободно. Я говорю, да, все свободно, уже скинул свой киви. И он сказал, что уже
отправил деньги. Вот, ровно 50 рублей мне отправили, судя по всему, с Тинькофф банка, супер, без комиссии. Ну и он сказал, что в течение 10 минут скинет готовый пост, который я уже должен буду опубликовать в своем телеграм-канале, где у меня уже практически 500 подписчиков. Вообще круто. Ждем. В общем, начало эксперимента меня уже безумно радует. Вернусь к вам, наверное, дней через 5, может быть, даже через неделю. Посмотрим, что получится. Не будем загадывать, просто ждем. Ну что, друзья, прошло 7 дней. Я каждый раз повышал цену на рекламу в зависимости от того, как росли мои подписчики. Люди оплачивали вообще по-разному. Кто на карту, кто на Киви, кто даже на Юмане оплачивали. Я вам сейчас просто все эти платежи не покажу, потому что у меня была еще и оплата за рекламу там на канале, на Ютубе. В общем, ну неделя прошла. Это огромный срок лично для меня, для моих платежек. И я все фиксировал вот в заметках. Видите, вот заметка создана 31 декабря. Сегодня у нас, показываю, вот пятница, 6 января. И по итогу я напродавал вот столько постов. Как видите, начиналось с 50 рублей, потом 100 было, 230, 300. И вот за сегодня еще один пост успел продать. Итого я заработал 2100 рублей за 7 дней. Я считаю, друзья, это вообще прям неплохой результат. И я и дальше, кстати, продолжаю добавлять подписчиков на свой канал. Уже, смотрите, уже практически 4000 человек. Потому что, ну, сами понимаете, чем больше подписоты, тем больше вы получаете. И так вы можете и дальше продавать рекламу на своем канале, прокачивать его. Можете запустить, например, еще один, второй канал. И, допустим, через следующие 7 дней выйти на доход уже там не 3000, а там 5, 10 или даже 15 тысяч рублей в сутки. Но также вы можете взять и продать этот канал за очень хорошую сумму. Для этого заходим на сайт Trade Groups, и, как можете видеть, здесь телеграм-каналы на тему денег и финансов продаются за просто безумные какие-то деньги. Вот, например, канал по бизнесу, ну, блин, практически как у меня. Смотрите, всего 13 тысяч подписчиков, а он уже продается за 90 тысяч рублей. Вы прикиньте, за 13 тысяч человек. То есть, где-то я свой канал с 4 тысячами подписчиков смогу уже, наверное, тысяч за 8, за 9, а то и за 10 продать. Чтобы продать здесь свой паблик, просто регистрируемся, дальше жмем продать, дальше вставляем ссылку на ваш телеграм-канал, выбираем его тематику и указываем стоимость, какую вы вообще хотите. И желательно указать, какой у вас доход, потому что чем точнее, честнее вы укажете, тем больше шансов, что, соответственно, вам ответят, кто-то напишет, и тем быстрее вы продадите свой канал. А также можете прикрепить скриншоты, где вам приносили оплату за рекламу. То есть там скрины переводов на Киви, на Сбербанк и так далее. И очень важный момент, чтобы этот сайт поверил, что вы владелец вашего телеграм-канала, вам надо будет просто скопировать этот код и вставить в описание вашего канала, запустить продажу, и потом, как только опубликуется объявление, этот код можно удалять. И затем полученные деньги можно вывести на Киви, WebMoney, Юмани, на любые банковские карты или даже на крипту. И сегодня, друзья, я свой личный телеграм-канал продавать не буду, так как, по сути, я его только начал прокачивать, он только начал приносить мне доход. Я его продам, думаю, может быть, через недельку, через 2000, так за 10-15 точно. А вообще, я уже не раз на этом сайте продавал самые разные телеграм-каналы, и, конечно же, я показывал, как это делать, как раз в этом видео. Вы можете посмотреть эту пошаговую инструкцию, прям обязательно гляньте. Ну а на этом все, пока.